Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. На этой неделе мы расскажем про необычное напольное покрытие. И начнем мы с весьма специфичных кожаных полов. Интересный момент, что это действительно натуральная телячья кожа. Ее толщина составляет всего 4 мм, но этого достаточно для эффективной эксплуатации. Что важно для нас? Она приятная, мягкая и теплая на ощупь. И при этом имеет высокую износостойкость, как и любая кожа. Принцип ее монтажа такой же, как и у ламината. Собирается в замок и укладывается плавающим способом. С такой задачей справится любой опытный укладчик. Этот материал можно использовать практически в любых помещениях. Кухня, гостиная и даже в помещениях с высокой влажностью, например, ванна или туалет. Этот материал можно использовать не только на пол, он еще подойдет на стены и на потолок, при этом он обладает дополнительной звукоизоляцией. Ламели продаются с уже наклеенной подложкой, что упрощает процесс их монтажа. Но у этого материала есть и недостатки. Достаточно высокая стоимость, небольшая цветовая гамма и, самое главное, неосведомленность потенциальных покупателей. Многие настороженно относятся к кожаному напольному покрытию, так как редко его включают в повседневной жизни. Надеюсь, нам удалось привлечь ваше внимание к кожаным полам, так как они обладают высокой износостойкостью и приятной на ощупь. На мой взгляд, это чудесное напольное покрытие.